Я хочу пригласить ребят из United Traders Galicia. Это партнер на ближайшие 4 турнира. 4 или на 6? 6. На 6 турниров. И они сделали специальный призовой фонд за самый яркий бой в этом сезоне. 50 тысяч рублей. Его получит самый яркий боец на великом финале всех сезонов 24 августа. Давайте попадем. Мы готовы поехать, Игорь. Микрофончик, да. Давайте микрофончик парню, и он скажет классные слова. Меня зовут Анатолий Радченко, я основатель компании United Traders. У нас с 2009 года достаточно успешно функционирует. И мы рады проспонсировать это замечательное мероприятие. Делитесь с умом. Делитесь с умом сильно. Обычно все без ума. Не только на ринге. Скажи, что-то еще интересно. Давай, про криптовалюту. У вас курсы выросли десятки. Но мы не только занимаемся криптовалютами. В основном компания занимается инвестициями в акции. В основном это американские компании, IPO. Ну и в том числе криптовалюта тоже очень интересное начинание. С 2013 года мы этим занимаемся. Ну, пока достаточно неплохо получается. Вот. Спасибо. Давайте поаплодируем ребятам. Хороший призовой фонд. Самый большой на этом месте. Супербой сегодняшнего вечера. Это вечерний бой, я бы назвал. Вот из этого самолета вылезут парни, у которых популярность зашкаливает. Точнее, один, а против него парень, который решил эту популярность оспорить. Пойдемте поспорим. Итак, парень из Твери, 18 боев, Ушу Мастер. Попадет ему в голову. Набивает рекорды, чтобы поехать в талант и замочить черную мамбу, которую завалила Рэг Бисна. Давай, залезай. Справа от него парень, о котором я мало что знаю. Вот он спускает, попадает ему, он просто вызвался. Он просто решил показать себя и доказать всем, что суперзвезда — это еще не конец. А только начало. Давай, залезай. Но это потенциальный бой на призовой фонд от компании Smart. Инвестиции. Крутые ребята по крипте и акциям. Если они покупать. Ой, а он если страховку. А как ты думаешь, его же страховали? Ну что? Звездный бой сегодняшнего вечера в исполнении двух молодых легких красавцев. Из Твери, сирота, Ушу Мастер. Все его знают, рассказывают бесполезно, что нас боялся. Попадем еще раз. Вот он снова здесь. А далее будет пулеметчик. Его лучший друг и парень. Тоже выступает. Слева парень, который валит вес поголовными, огромными, большими сикарами, как это называется. Топорами. Гвардовыми. Неплохо. Один раз уже выступал, одержал хорошую победу. Сегодня берется против Ушу Мастера. Посмотрим, что к чему. Давайте попадем в него. Второй бой на стрелке. И большое слава, как всегда, рулит эту ситуацию. Парни на середину. Итак, вы все знаете, все помните. Слушайте меня внимательно, уважайте друг друга, видите, честно. Вы уважали. Оглам. Итак, это супербой вечера. Стрелка! Готов! Готов! Бой! Давай, давай. Встречай. Смотри, правая, правая, встречай, справа и начинай. Правая, встречай его. Понятно. Вот так, да. Дергай. Разнообразно, понял? Внимательно. Давай, поаплодируем. Хорошее начало. Давай, молодой. Еще, да. Трюха, не кидай, не пробей. Стрейк нормально. Правый стрейк, он идет на правую руку. Начинай с правой, заканчивай правой. Или заканчивай на правой. Три удара. Я там чувствуется, да?
Давай, 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 маятник, 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 раздергай. На скачке. На встречу лови его. Давай, Лесник! Так, да, 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 папа. Так, да, да, еще, еще. Отбивай, отбивай, отбивай. Еще. Давай, давай, давай. Снизу, право. Какого право снизу? Руки подними. Голову пониже. Сам держи. Вот так, да, бороду. Лево вот прямой, право боковой. Полный, давай! Навстречу, навстречу. Корпус еще, корпус. Давай, молодой! Позади, навстречу. Майки, 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 майки. Право сейчас. Друзья, очень нахальный поединок! Серьезная схватка! Никто не откупался, никто не сдавался! Победа! Пошли люди! И к Грегу! Расскажи, что случилось? Потрясающий бой, нокаут зашкаливал! Что случилось? Давай! Открыл дыхалку. Понятно, пробил. Вообще хорошая реакция. Попал четко. Хочу привет передать маме, крестным, всем моим родственникам, друзьям. Спасибо оппоненту и всем, кто пришел и смотрел этот бой. Я надеюсь, он вам понравился и как-то захватил дух. Я тебе скажу, что накал витал воздух, и все реально думали, а может быть это произойдет. Еще бы чуть-чуть, мы бы увидели продолжение, но... Другой легенд. Стать с таким опытным бойцом и... уже звездного уровня на стрелке. Спасибо вам, организаторам, что вы это делаете. Нет, все нормально. Ты держался, красавцы. Давай готовься еще, покажешь еще класс. Ты действительно крут. Хочешь быть лучшим, берись с лучшими. Да. Хороший опыт. Свой достоинство. Давай, молодцы. Не уходи по столу. Давай, ушивись. Тебе разговаривать бесполезно. Всем добрый вечер сейчас. В общем... на самом деле очень давно не было достойного соперника, кто я люблю ударить, кидаться, люблю бороться. И вот давно не хватало, чтобы никто не накидал по голове. Вот у этого пацана это получилось. Он молодой еще, но на самом деле перспективный. Тоже не отступал. Мне понравилось им драться. Я думаю, мы после этого подружимся. Но он молодец, честно. Хотел извиниться. Вот, послушай, я тебе скажу, что еще бы чуть-чуть ты мог бы и проиграть. Ну, это было реально видно. Четкий удар судьбоносный, живот тебе дал форму. Ну, сложности я люблю. Это я тебе уже уверовал в своих победителей, скажи. Ну, вот, ждем пока что, кто там. Кто позвонит и скажет, да? На самом деле, хотел еще извиниться, вот ударил в печень, не среагировал, когда судья сказал стоп, и ударил в голову. Это не страшно, реакция его спасла. Всем спасибо. Проводите дальше такие мероприятия, все отлично, занимайтесь спортом. Давай, все, молодец. Инстаграм 4.6, подписывайтесь, будет интересный прямой эфир, а потом освежим его стрелку. Давай, давай, молодец. Все, спасибо большое, парни. Красавчики. Друзья, мы увидели, что вам понравилось сегодня быть здесь. И мы вас ждем снова на каждом турнире «Стрелка». Рады вас видеть всегда. И, конечно же, наших бойцов, героев нашего турнира. У нас уже происходит там какая-то история, которая, наверное, выведет еще. Итак, это турнир «Стрелка»! Все, спасибо большое, что все были сегодня здесь.